что общего между вами и шашлыком? Нас можно насадить. Нас можно обеих натянуть. Что делать, если мужчина не хочет давать денег? Значит, я ухожу к тому, кто хочет. Ты когда-нибудь изменяла? Да. О ком думаешь по ночам? Честно, просто о сексе. Закончу фразу «я никогда не дам парню». Просто так. Что вы думаете про любовь? Про любовь? Любовь, по-моему, это такое большое чувство, когда хочется что-то сделать. Хорошие люди. Потому что это хорошо, любовь. Я всегда готова любить, но сейчас у меня много работы. Я бы еще любила. Любовь этого не стоит, чтобы про нее говорить в микрофон. Она стоит большего. Любовь, по-моему, прежде всего основывается на духовной какой-то общности двух людей. Ну, у меня есть человек, которого я очень люблю, и эта любовь приносит мне какое-то даже большое счастье. А этого человека я люблю впервые, до этого я никого не любила. Я считаю, что это самое хорошее чувство. И, ну, желаю всем влюбленным как можно больше счастья.